Cook. Сагрим. Я этот ТП. Видите, протопало. Это дежавю, да? Какой ты приз? Я никого не огрел. А что-то это, типа, я зашел, у меня это, он бежит куда-то вперед и все.
Я видел, что это был нежить ШП. А нежить ШП у нас в Игрофайсе. Зато трэш классно побили. Коняга, я зашел, стоял, лаганул. А подхожу, ну, получается, потом отлагало у меня, и я, получается, в другой части комнаты тупо в стенку бегу. Все стояли, а ты единственный, кто побежал вперед. Ну, значит, я виноват, давай мне ГП тогда. У меня лагануло, значит. Эй, сиди себе. Давай, кресты, я кулаки буду давать. Я как-то поставил секундомер, и он 13 часов работал. Нихуя себе. Бегу. Я, короче, нажимаю на эти часы, и вот это тут есть сообщение, у меня сообщение, ты лох. Да, хозяин предыдущий, видимо, мне послание оставил. Справа рыба стоит. Блять. Вот это пасхалочка. Хорошо, что власти участились. Ух. Беги!
тут. Кости для жертвоприношений. Ну, ребра, он, блядь, чудесный. И вообще, что же вы нарешили? Очереди нет. Нормальные люди, у них нет этого. Боже, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах, все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее вы видите иной путь. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает границ. Ничто не может сломить его волю. Тот, кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Ух, как он полетел, видели? Слышь, Вар... Не, я говорю Вару, чтоб поддел этот. Слева штаны в море. Пульс ты дашь, чтобы пустить. Вашей могилой.
Освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. Ты не в силах противиться моей воле! Законтролила подруга это. Может, на меня нахуливать, потому что его законтролили? Довольно! Пришла. Вы осознали бессмысленность своих действий? Да. Все, подруга на мне. Где вторая пагро? Да у меня чешка, да. Я ж по чешкой захилил. Бессмысленность своих действий. Ступай во тьму. Что, заебись. В вечную тьму. Только ебись. Ты не в силах противиться моей воле. Я покажу, читать это заклинание. Знали бессмысленность своих действий. Я пока не могу прочитать это заклинание. Я пускай лучше меня подниму. Осознали бессмысленность. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Их нету в списке ни того, ни другого на шее. ВКонтакте, в группе. Нет. Ну, по-моему, видел когда-то, сейчас я гляну сам. А, да, есть, вот 115-й вижу, сорян.
духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Ну да. А, не. Не, у меня забыл, я удалил пока этот спех. У меня двое. Храбрый воин. Солдат Альянса тут очень много. Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам. Время, деньги, друг! Что тебе? Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактар-Агар! Оркрон, взлетаем! Спасибо, что подождали. Да нет, мы уже, я уже поэтому по лестничке бежал там на корабль. Да если ты умер, то тебя не проходит уже. А, блять, этот корабль так. Думаю. По нам стреляют с другой стороны корабля, эти не бьют. Ну, с той стороны корабля, дали. После я сырка отойду. Подожди, Валера, нет. Мало ли нам бежать надо. Ничего себе, Лутик.
Я скажу. Не запускайте там. Ну, я выше. Да, я ж тебе ПГП смотри. Си. ПТ-24, а, бля, ПР. Это я. Да не, Маша выше. Наебать хотел, негодяй. Не, у меня просто по нейму стоит, а я перни поставил. Ну есть такая хуйня, да. Главное кольцо на мага, это же не вроде не идет, да? Это для мага тоже бист. Это бисовый на мага. Там на пристане идет. Да, сейчас. Сейчас я добегу, подожди. Какой игрок? А, у меня, да. У меня. Кому? Отлично. Не, у меня нет. У меня нету их, бля, заебал. Будет. Так будет уметь без сумки, я думаю, что будет эту хуйню. Смотрите, какие красотки. Все, ни у кого Макгрегора был. Квинтэссенцию начислили, я отдал. Сейчас обратно отдам, сорян. Я думал, танковская. Сел, на, обратно. Не, там... ДДшная. Сак-сак. Смотри, где ты параши летает. Сарду. Ой, сейчас рост как раз откатится. А, я реловлю, сейчас время. Кровь и кровь. Архран, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Блять, только что... Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети. Может, я вылем? Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Да? Старик, ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича.
Не ДПС. Ну давай по ролю раз дают. Оп. Давай за ХП. Павлин, храни ДПС, пожалуйста, сорка. Ого, это что это было? Где-то полчаса мы идем. Сейчас я скажу. Еще есть красный слизень, да, Слай? Сегодня у тебя кота нету, вообще печаль.
Ну, я же с демоном пошел. Ну как? Так я пошел афликом, но заставили демона. Все хотят как магия. Если берет. Если я завтра приду на вечерний РТ, не берите меня в рейд. Без разницы, кто выиграет. Какая разница? Если хорваты, то я вообще, наверное, не приду. Что ты думаешь, что у всех задница такая же, как у тебя здоровая? Ленточка. Подожди, подожди, сейчас станем.
Один из рестеров под босса природу поставьте. Как вы, сука, на РНЖ стыки? Хули вас тут четверо прибежало? Фридом полезнит это мы. Липучка, вонючка. Ну дали, дали. Народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. Скверное движение. Что нового? Не, не надо тогда. Ну, Фурика, оно ж не бис. Это же говноплащ. Ты 7.20 даешь, не послушаешь. Хоть даже сахтерская кирка тебе, скажи, ты им скажешь, тоже 20 дашь. Да, я эту сказку уже слышал.
Пристабав дайте, особенно тьмы. Задолбали эти чепушилы на вертолет, да, летать. У меня летают что-то. Нет. Да, видимо, этот. Да, по аттракциону, наверное, катают людей. Как раньше. Ух ты, а я обосрался. Квадрат тащите, блядь. Гниломорт. Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Мне все надо. А что вы не резали? Нет таких. Ты не то мне дал. Ладно, резаешь тут, пожалуйста. Ну, резни, я тут лежу. Нет, я же добегу, наверное.
Я был очень этот поглощен увлекательным общением. Не сказал. Трися, ты же вроде кулаки даешь. У кого нету? У кота. Старый таргет. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Еще не читать это заклинание. Я здесь, да. Ну, может, потому что он далеко был, ничего что. То есть отвечать должен, мне микрофон отключен. Сейчас сюда поставишь, не веди.
одной комнате может получиться что-то любопытное. На вкус как вишенка. Ой, извините. Нас на ретарге. Да. Нет.
А, на ком, на чем я? Понятно. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Собак дайте присты. Магам надо долго кастовать. Приста пытка мгновенная. Не знаю, почему пристав не позволяет убивать кирпичом. Хотя мгновенный, причем потоковый. Огненный взрыв. Вот это бисовое на ШП.